Долго мы будем за ним тащиться? От самой станции за ним едем. Обгони его. Не по-мусульмански это. Грех покойника обгонять. А ты заткнись. Тому, кто в этом ящике лежит, теперь все равно. Вперед, тебе говорят. Тетушка Нарой, они уже пришли. Я же им сказала, что жду их вечером. У меня ничего на стол не готово. Я вам помогу. А вы от гадалки идете? Что она сказала про Амана? Ничего. Как это сбежал? Почему? Вечером мы все пришли с работы, как обычно легли спать, а утром в бараке его уже не было. Он ушел ночью. Наверное, не от хорошей жизни он ушел. Нас там никто не ждет с распростертыми объятиями. Богом клянусь, была бы я мужчиной, сама собралась бы и поехала в эту Россию. Раз на вас нет никакой надежды. Нам там тоже нелегко пришлось. Никто из нас так ничего и не заработал. Зато вы вернулись, а мой сын неизвестно где. А вчера в соседнее село опять привезли этот проклятый ящик. Смотрите, к нам гости. Здравствуйте, уважаемый Абдулло. Ассаламу алейкум. Здравствуйте. Нарзула, неси чай. Здравствуй, Каримбай. Рад вам, прошу, садитесь. Как дорога, уважаемый Абдулло? Дорога измучила. На перевале снег тает, оползни. Но, слава богу, добрались благополучно. Хош, Каримбой. Ну, Каримбой. Индафа кеми присунет. Кто поедет в этот раз? Як ты семей обем, да? Найдется человек. Як марта боже дам, он шмоя. Мы тебя никогда не проводили. Рост. Рост, Каримбой. Это правда, уважаемый Каримбай. Хош. Ну что ж, мне пора в обратный путь. Штангрин, там зачем грин, спешить? Потом... Может, отдохнете? Рахмат. Спасибо, Рахмат, Каримбай. Все равно на рафте мы и так потеряли много времени.
Через неделю буду на скотном базаре. Тогда я отдохну. Воля ваша. Прощайте. Счастливой дороги. Hech qayerga bormayman. Не поеду никуда, даже не проси. Ora bo'lasanlar. Тебе дело предлагают. O'zingni foydangga. Akam aytdi, bu safar brat сказал, съездишь, летом тебя в Россию бригадиром отправят. Boshqa bormayman. Повидал я вашу Россию, не хочу больше. Namazi yoqmadi? А чем тебе плохо? Все пустые вернулись. А ты вот дом строишь. А что твоим братьям мои деньги глаза колят? Да нам плевать. Смог заработать, молодец. Только не забывай, кто тебя в Россию отправил. Об этом вам самим лучше не вспоминать. Если не хочешь, чтобы я на вас все село поднял. Ты о чем? Если про тех, кто с тобой поехал, то знай, баранам место в загоне. Сказано, не поеду. Я с вами за все рассчитался. Ну тогда я так скажу брату. Так и скажи. Я пошел? Я тебя не держу. Куда спешишь, красавица? Домой, куда же еще? Подожди, тебе говорят. Ну что тебе надо? Все еще ждешь Амана? Тебе какое дело? Ну жди, жди. Так и останешься в девках. Думаешь, он приедет с карманами полными рублей? Отпусти. Тогда знай, Аман давно и думать про тебя забыл. У него там наверняка уже нашлась своя Маруся. Ты все врешь. Послушай. Я к осени закончу дом и пошлю к тебе сватов. Как тебе не стыдно? Вы же с Аманом друзьями были. Там нет друзей и нет врагов. Там одно быдло.
Садык баба. Дедушка Садык. Ассаламу алейкум. Здравствуйте. Келин. Аман кан. Где Аман? Хайрдалигин билмейм. Я ничего толком не знаю. Лагерлерин. Где находился ваш лагерь? Чехов якын жой. Под Чеховым. Подмосковье, да? Подмосковье. Посмотрите, кто пожаловал. А говорили, что он уже одной ногой в могиле. Он еще тебя переживет. На, убери это. Здравствуйте, дедушка. Прошу, садитесь сюда. Рады вас видеть, почтенный Садык Бабу. Как ваше здоровье? Живой, как видишь. Благодарите Бога. Все в его руках. Дело у меня к тебе, Каримбай. Слушаю вас. Мне нужно в Россию. Внук пропал. Слышали? Ты, говорят, теперь в нашем селе вместо Бога? Вот пришел к тебе. Баба. Мы на него потратили, устроили сытное место, а он оказался неблагодарным, сбежал, людей подвел. Заткнись. Мой братишка слишком горяч. Простите его. Мне жаль мать Амана. Даст Бог, найдется ваш внук. Живым и здоровым. Конечно, и мы в стороне не останемся. Поможем. Простите меня. Доха, какие черри? Ради Бога, простите. Если с вами что-то случится в дороге, я себе этого не прощу. Зря доверились старику. Если что случится, всего его дома не хватит, чтобы за сумку расплатиться. Брат знает, что делает. К старику, ветерану, таможники не пристанут. А если он сам окочуется в дороге? Довезет. Бабай! Дедушка! Ездров, чихмай сма! Надо бы поторопиться. Вяданкель. Садитесь. Акелин, я шла вон на соли. Садитесь поудобнее. Юл узах. До станции путь не близкий.
suhbat quraylik jo'ralar, oq jo'ralar jon jo'ral. Suhbat quraylik jo'ralar, oq jo'ralar jon jo'ralar. Bobo. Nimagadir havo buzildimi? Ay yomg'ir yoqsa, хорошая примета перед дорогой. Lekin ulingiz bor edi. A znayete, ya khorosho pomnyu vashego pokoynogo syna. Ana bitta yasagan ushtag ham uyda. Одна из свирелей, которую он смастерил, до сих пор у меня дома хранится. Chalib turaman. Lekin o'zi zo'r chalib. Иногда играю на ней. Rohat qilib. Но сам он играл как бог. Ana ovoz. Ana ovoz. Лучше всех лепил их и склеил. И лучше всех на них играл. Suhbat quraylik jo'ralar, oq jo'ralar, jon jo'ralar. Bazim etib gashta quraylik jo'ralar, oq jo'ralar. Салам алейкум, ата. Яхшимисиз? Здравствуйте, отец. Здравствуйте. Каримбай юборган. Садык ата, сизми? Вы от Каримбая? Мани исмим Абид. Меня зовут Абид. Яхши келдизми? Как доехали? Мана уни сенге Каримбай берип алды. Держи, это тебе Каримбай передал. Умрлари узак болсун. Кани юрей, машина. 100 лет ему жизни. Квартирага кетамиз. Прошу в машину. Поедем на квартиру. Каримбай экам, яхшимили? Как Каримбай? Юрипти. Живет. Ватанчи, ватан калай? Как там на родине? Борсанг, курасан. Съезди, посмотри. Юра, хали. Идемте. Келли. Алдыгы чыкты. Садитесь на переднее сиденье. Каргалар, сакарайлик. Марғлонинг юллиги. Марғлонинг юллиги. А бабай. А вот и Кремль, дедушка. СССР юраги. Сердце СССР. Узнаете? Иди келса, мас булайлик. Москвага келганмиз, сөзі? Бывали раньше в Москве? Анча болды. Давно. Андалекнинг буйиги. Я вижу, вы не очень-то разговорчивы. Наверное, из пастухов угадал. Все время в горах, с овцами. Поговорить не с кем, верно? Чтобы найти вашего внука, без ментов все равно не обойтись. А это бабки. Найдут парня, заплачу. Это совсем другой разговор. Если деньги есть, любую проблему можно решить. Сколько раз тебе говорить, не кури в машине. Обломись, чурка. Сама ты чурка. Это моя женщина, из Кишинева, молдаванка. Я румынка, чучмек. Да какая разница? Ani baboy. Кстати, покажите ей фотографию. Она здесь наших многих повидала. Слышь, посмотри сюда. Достал. Ну тебе говорят, посмотри. Что? Посмотри внимательно. Может, ты видел его где? Кто это? Это внук его. Поможешь найти? Дед тебе сережки купит, настоящие. С бриликами. Темно, ничего не видно. Дома посмотри. Заходите, дедушка. Фуркат! Фуркат, вставай. Сейчас. Сейчас, дедушка.
Ой, Фуркат! Фуркат, вставай живо. Хватит чесаться. Ты что, сюда дрыхнуть приехал? Вставай. Здравствуйте, Бобо. С приездом. Здравствуй. Парень из Коканда. За полчаса отличный плов сделает. Алло, это я. Готовьте мой паспорт. Посылка прибыла. Только без обмана. Эй, Вика! Выходи быстрее, ты не одна! Кто там? Открывайте, участковый. Командир, это не мое. Командир, ну давай поговорим, а? Командир, ну ты же меня знаешь, я этими вещами не занимаюсь. Рот ему закрой. Я не знаю, откуда это, командир. Пасть заткни. Дай нож. Держи. Первоклассная шмаль. Ну что, пакуем всех. Там разберемся. Командир, я клянусь тебе, это не валё. Я не знаю, откуда это. Командир, ну давай поговорим, а? Только вчера приехал. Ты привез? Похоже, что ты. Этому браслеты. Руки назад. Эй, поаккуратней с пожилым человеком. И это, и труженица тоже. Всегда пожалуйста. На выход, живо. Абид звонил. Дед в Москве. Доехал благополучно. Сумку передал. Вот видишь, а ты боялся. Садык еще крепок. Нам бы таким быть в его годы. Мутный он все равно. Кто это так стекло порезал? Кому руки переломать? Гапар. Мать вашу, ничего доверить нельзя.
Я тебе советую на некоторое время из Москвы исчезнуть. Хорошо, спасибо. Я вам больше не нужна? Нет. Ты мне больше не нужна. Свободно. Спасибо. Чего молчишь? Разговаривать не хочешь? Гордый очень. Тебе срок катят, а ты героя из себя корчишь. Не ты один воевал. Ладно. Скажи спасибо, что принимаем во внимание твое фронтовое прошлое. Возись тут с тобой. Все, иди. И чтобы завтра духу твоего в Москве не было. Нож конфискую. Свободен. Отпустили? Я так и знала. Где обед? Тебе что, надо где-то перекантоваться? Ну, в смысле, переночевать? Так это мы решим, не беспокойся. К обеду лучше не соваться. Он наверняка уже сменил квартиру, номер мобильника. Ну что, пошли? А у тебя что, что-то в его квартире осталось? Что-нибудь ценное? Нет. Ну тогда пошли. Пошли, пошли. Эти козлы твоего внука все равно искать не будут. Ну идем, чёрт. Что-нибудь придумаем. Привет, тетя. Ну, ешь, ты что ли, Вика? Ешь, жива? Привет, Антипа. Жива, тетка Павлина. Да, а где ваши племянники? Да чтоб они уже сгорели, бандюги. А это кто? Это мой личный депозит. Только никому ни слова, ладно? Он мне поможет в Бухарест уехать. Привет, дядя Марин. Спит. Это старик Лупу, хозяин дачи. У него детки в Румынии. Я тоже туда поеду, только денег позаработаю. Я иду с чего? Ничего не принесла? Не миг. Ничего. Ночью узбеков накрыли. Как это накрыли? Сдал кто-то? Нам треба. Я-то при чем? Ну а это кто? Аша. Никто. Дедушка. Внука ищет. Внука? Зачем? Он его дед. Или дед сумасшедший, или его внук миллионер. Ага, миллионер. Ну да, миллионер.
Если денег нет, пусть завтра же уходит. Я себе тоже подумай. У себя на шее сидеть не дам. Имей в виду. Ищи работу. Все. Узбек. Ташкент стоит? Стоит. Стоит. А в 66-м не устоял. А я устроил. Я был начальник строительного управления. Землетрясение, помнишь? Зря мы послушали Старшова. Поехали в Москву, там денег полно. Приехали, денег как не было, так и нет. Ладно, помолчи. Шила тут льда кукару, ну майни купахару, ну майни купахару дуруле. Ниче чела, но фостфолин мой дуруле. Ниче чела, но фостфолин. Пусти, сволочь. Я не хочу. Пусти, тебе говорят. Да ладно, что тебе стоит? Мамочка, ну сказала тебе, не трогай меня. Тихо, тихо. Ах ты, тварь. На тебе, сучка. Получай. Мама, мамочка. Вот тебе, получай. Мошняк! Ты что, старик? Куда ты лезешь? Она что, твоя дочь? Ну, иди сюда. Вот он я. Иди сюда. Подонок. Ты что базаришь? Я базарю. Эта сучка совсем обнаглела. С узбеками ложится, а своим отказывает. Это нормально? Прячь нож. Завтра же отправлю тебя назад, Кишинев. Да наплевать. Мне и самому туда сточертело. Сам уеду. Гулькари! Спать! Спать, я сказал! Завтра синяки будут. Зараза. Москву хорошо знаешь?
Не заблужусь. Поможешь мне найти одного человека. Я заплачу. Да хоть сейчас поеду. Утром. Из Москвы звонили. Деда повязали вместе с товаром. Менты пришли прямо на хату, как по вызову. Взяли всех тепленькими. Кто сдал? Ребята выясняют. Старика, говорят, отпустили. Отпустили? А что с обидом? Вроде отмазался. Но весь товар у ментов. Проклятие. Не устал? Еще немного осталось. А у тебя симпотный внук. У него невеста есть? Не знаю. Не знаешь. Ну ты и темнила, Бобо. Есть, конечно. У вас-то быстро. Не боись. Найдем твоего внука, я дерну в Румынию. У меня там в Бухаресте подруга замужем. Вместе работали. Теперь скучает. Каждый день звонит. Слушай, а кому мы идем-то? Здравствуй, гражданин начальник. Ты призрак или живой? А как тебе лучше? С мертвыми спокойнее. Ну и что тебе надо? Помощь твоя нужна. Внук у меня пропал. Здесь, в России. А это кто? Здравствуйте, меня Виктория зовут. Адрес тебе, небось, твой подельник Зимин дал? Да, он прислал мне письмо. Виктория, последите-ка тут за моими цыплятами. А то соседские кошки, стервицы, за ними лазают. За цыплятами. Он сам-то вообще кто? Военный следователь. В 46-м он меня допрашивал. Да врозь. Ты что, срок мотал? Думаешь, поможет? Сколько ты всего отсидел? 12 плюс 4. 4?
Погоди, откуда еще четыре? Начальник лагеря своей власти давал. Ну, значит, заслужил. А нечего было в плен попадаться. Добровольный переход на сторону врага, а? Это тебе не шутка. Слыхали мы и про окружение, и про контузию, басни. Кира! Кира, ну чего ты там стоишь, а? Вот стервец. С детства любил подсматривать и подслушивать. Здравствуй, дед. Что здесь происходит? Знакомься, Садык. Вот мой внук, Кирилл. У него свое сыскное агентство. Частное. Да, как в старые добрые времена. Когда-то я вел твое дело, теперь мой внук пойдет по следу твоего. Ой! Что от деда надо говорить? Ничего, мы внука ищем. Какого к черту внука? Ну? Честное слово. Ну, честное слово. Хочешь выпить? Нет. Что? Совсем не пьешь? После лагеря пил. Много пил. Очнулся, жена умерла, сын умер. Стало быть, совсем один. Только внук и невеста. Я знал, что кто-то в конце концов из вас появится. Первым заявился твой Зимин, с которым ты бежал из плена. Когда он шел ко мне, прямо у поворота в наш поселок, его сбил мотоциклист. Тут в поселке шум, гам. Какого-то старика сбил наш пьяный водопроводчик. Насмерть. Потом я узнал фамилию. Зимин. И понял, что это он ко мне шел. Шел за моей жизнью. Значит, дрововик все-таки не только от кошек. От призраков. Страшно. Не трясись. Кирка прячет от меня патроны. Боится, что я застрелюсь. Вот паспорт вашего внука. Нашли в отделе миграционной службы. Там у них этих зеленых целый ящик. Они в прошлом году под Серпуховым взяли целый лагерь нелегалов. Где же он сам? По показаниям задержанных, он сбежал. Без паспорта? Видимо, так приперло. В общем, так. Вот эта дорога на Серпухов, через Чехов. Ищите там своего внука. И в органы можете не соваться. У них все равно другой информации нет. А теперь отдайте мне письмо Зимина.
Отлично. И хочу вас предупредить. Еще раз увижу вас рядом с дедом, пеняйте на себя. До свидания. Красавица. Езжай, езжай, нам не по пути. Ну, как знаешь. Спасибо, мастер. Мог бы и до города подбросить. А кем здесь твой внук работал? Не знаю. Если он откололся от своих, наверняка неплохо пристроился. И правильно, нечего со всеми делиться. У нас тоже так один парень пропал из Тирасполя. А через 3 года его в Берлине видели. Художник в гостинице картин рисует. В полном шоколаде. Бобо, вам же по этим мусульманским обычаям свинину нельзя есть. Я ем. Че, в лагере приучили? Лагеры нам вообще мяса не давали. Скоро и у нас мяса не будет. Деньги, денежки, алтушки. Мэти, я сейчас. Скажите, а где у вас дамская комната? Спасибо.
как дела? Сказали, что я смогу продать свой билет только там, где купили, в Узбекистане. Вот хамло, уже собственный билет им не продашь. На, держи. Должно хватить на гостиницу. Твоя? Моя. За оборону Москвы. И много у тебя таких? Хватит. Иди. Жди меня здесь. Нет, лучше внизу. Сколько дали за медал? Хватило только на одну ночь и на одноместный номер. Как это? Ты что, расстроился? Зря. Здесь же одни лохи. Думаешь, они понимают, что это такое? Вот в Москве бы нам за них дали настоящую цену. Чего остановился? Веселее, дедуля. Чур, я первая в душ. Ну что, Бобо, входи, закрывай дверь. Вода или теплая, я чуть не околела. Вот гад, за такой паршивый номер одерут 3 шкуры. Завтра буду искать работу. Ты что, дедуль, какая работа? Тут молодым не всегда работа есть. Пока Амана найдем, надо на что-то жить. Слушай, мне звонил, что ли, кто-то? Наверное, из Бухареста. Гадство. Опять пропустила.
Я не знаю, кто виноват, но товар не доставлен. Мы понесли большие убытки. Вы должны нас понять. Уважаемый Абдулло, мы чувствуем свою вину. Уверяю, все ваши потери будут восполнены. Я всегда знал, что на вас можно положиться. До встречи. Этот должен стоить дороже. Привет, Бобо. А у нас номер еще на 3 дня. Будешь? Угостили. Есть успехи? Пока нет. Бобо, а что ты будешь делать, когда найдешь внука? Блин, не знаю. Понятно. Катерина. Здравствуйте, Петр Федорович. Здравствуй. С возвращением вас. Про своего пришла узнать? Ну да, как услышала, сразу к вам. Нормально. Закончит отделку, через пару недель будет. Спасибо вам за денежку. Да мне-то за что. Твой прислал. Как он там? Ну ничего, работящий. Только молчит все время. Свистульки из глины делает. Не пьет, не курит. Где такого нашла? А Бог послал, Петр Федорович. Ладно, жди, скоро будет.
ты. Всего вам доброго, Петр Федорович. Привет, куколка. Ты одна? Не видишь, одна. А вас сколько? Трое. Справишься? Трое? Ну да. А что, поехали? Только, дядь, расклад такой. 2 часа, 20 с каждого. Согласен? С тобой договоримся. Со мной. Я одна, без мамы. Ну что, поехали? Не будем зря время терять. А ты что, торопишься уроки делать? Двоечница. Хочу успеть деньги в банк положить, дядя. Ну, прыгай. Понимаешь, Бубо, если он прячется от всех, то бесполезно искать его вот так, на улице, на базарах, на стройках. Если хочешь, возвращайся в Москву. Я отдам тебе свои ордена. Продашь их там. Мэти. Заходи. Че дом ты? Че на работу не поехала? Игорешка приболел. А. Проходи. Когда твой узбечонок-то возвращается? Да уж должен. Каждый день жду. Половина бригады уже здесь. Вернется. Чай не заблудится. Да это Бог. В городе, говорят, какой-то дедуля объявился. Как будто узбек. Ходит, фотографии показывает. Говорят, внука ищет. Не твой родственник. Нет у него никакого деда. Был, да помер. У него мать одна. Вот все устаканится, он мать к нам привезет. Нет, что, говорят. А ты все-таки рожать думаешь? Вер, поздно уж думать-то. Ты зачем пришла-то? От брата посыльный приехал. Ну и что? Вряд ли ты с этим чучметом связалась. Брат за колючкой прознает, тебе попадет и мне. Ну, отмыла ты его, выкормила, хватит. Одумайся, Катерина. Вер, чего одумайся? Что я видела от твоего брата, кроме синяков? Я, может быть, сейчас себя первый раз нормальной бабой почувствовала. Тихий, работящий. Игорюшка вон как с ним играет. Глиняную свистульку ему смастерил. Полоумная. Верно говорят. Нечиная. Здравствуйте, Каримбай. Здравствуйте. Прошу в дом. Спасибо.
Это из Данда района. Нет ли вестей от вашего свекра? Нет, а в чем дело? Он нас очень сильно подвел. Что? Так что вы не обижайтесь, но придется ваш дом продать. Продать? Как? А куда же я денусь? Извините, нам это самим не нравится. Но из-за Садыка Бобо серьезно пострадали наши друзья. Можете переехать к вашему дяде. И мы о вас позаботимся. Не надо так волноваться. Что? Ничего нового? Никаких известий? Нет, Боба, ничего нового. До свидания. В суде мне сказали, что этот вопрос можно решить. Я тебе сказала, хватит свистеть! Ну, хорошо. Ага. Давайте сначала посмотрим дом. Хорошо. Ну, идемте, тут недалеко. Ну, а потом что-нибудь придумаем. Господи, ну что помочь? Закрывают? Вот туда. До свидания. Звоните. Всего доброго. Иди домой быстренько. Куда? Зачем? Иди, иди, не разговаривай.
Не пойму я, что тебе надо, Катерина. То ты мутишь, чтоб тебя мужика поскорее вернули, то просишь, чтоб его задержали на объекте. Ты сама-то понимаешь, что тебе надо? Нельзя. Нельзя ему сейчас возвращаться. Петр Федотович родненький. Ищут его тут. Что, натворил что-нибудь? Если бы. Увести его хотят. Ведь я его еле выходила. Он из-за них, из-за своих земляков пострадал. Ну, бабы, не знаю, что тебе надо, Катерина. А объект сдан. И вся бригада не сегодня, не завтра. Будет здесь. Тетушка Нурой, этот проклятый Усман совсем мне проходу не дает. Чтобы он отстал, я сказала ему, что пойду за него, если только вы разрешите. Прости меня, девочка, не вышло то, о чем я мечтала. Теперь живи, как знаешь, а к нам в дом больше не ходи. Господи, что это? Пожар. Горит дом старика Садыка. Кто-то поджег дом Садыка. Ну, как дела? Хорошо. Послушай, мне как-то неловко. Зачем ты в сарае спишь? Ночи еще холодные. Можешь под сутки спать. Я с тебя за это денег не возьму. Спасибо. Я, наверное, скоро поеду домой. Ну, смотри. Отец, я хотел как лучше. Ну, давай. Игорь, хватит играть, скоро ужинать будем. Сейчас. Привет, Бобо. Не ждал? Или нашла тебя? Давай помогу. Давай, давай. А мне подруга из Бухареста звонила. Поедешь к ней? Сначала в Кишинев. У меня там бабка. Сначала к ней. Я тебе говорила, у меня бабушка старенькая в Кишиневе. Нет. Жаль, так и не увижу я твоего Амана. Он у тебя все-таки красавчик. Оказывается, в Румынии тоже узбеки есть. Может, внук твой там? Хочешь, я поищу его? Не надо. Он сам найдется, когда захочет.
Ну, дело твое. А подари мне свистульку на память. Усман. Ну, Усман, слушаю тебя. Ильтимас. У меня просьба. Отправьте меня в Москву. Москва, в Москву? Дом почти готов. Родители Айгуль согласны отдать ее за меня. На свадьбу нужны деньги.
Игореша, милый, я сейчас. Я сейчас. Здравствуйте. Ночь почти уехал. Вспомнил, что не отдал паспорт Амара. Он скоро приедет. Он сегодня приедет. Дедушка. Дедушка, пойдемте в дом. А? Пойдемте. Сейчас. Дай воды, дочка. А воды? Да, я сейчас. Что-то мне нехорошо. Я сейчас быстро. Come on.